Друзья, привет! Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня 22 марта 2018 года. И сегодня начался мой третий день восстановительного периода после длительного голодания. Значит, вот сегодня у меня абсолютно по сравнению с вчерашним, вчера я такой вялый был, в общем-то, головокружение местами было, вот когда резко, тем более, вот встанешь, а так резко начинает головокружение появляться. Сегодня же, вот я уже второй день буду употреблять соки, сок чистый, тоже 1 литр на целый день, вот, и после этого перехожу уже, перехожу уже на другой режим питания, там уже меняется немножко, то есть я потом расскажу, что уходит в завтрашний рацион. Кратко, как я провел вот предыдущие сутки восстановительные. Значит, ночь, вот на удивление, за все время, вот по сравнению, как начало голодание, и вот сегодняшняя ночь была до того спокойная, до того я крепко уснул, где-то часиков 12 лег, и крепко уснул и спал до утра, не просыпаясь. Причем ничего не снилось, ничего. Вот сейчас почувствовал я, то есть организм начал успокаиваться. Я понял, что я перехожу уже на постороннее питание, дополнительное питание, которое будет поступать извне. Друзья, вчера мне вечером все-таки стало значительно легче. Вот, и я оделся, поехал в дворец молодежи таганрогский, вот, где состоялся гала-концерт, посвященный Всемирному фестивалю Дню поэзии. Вот, и там очень было интересно. Значит, я проводил съемки, там выступали таганрогские поэты, молодые поэты, композиторы. Вот, и очень мне понравилось там. Несмотря на то, что я значительно потерял в весе, значит, но все равно я чувствовал себя легко и проводил полномасштабные такие съемки. Вернулся домой в нормальном, отличном настроении, вот, попил сок и после этого сразу же помылся в горячей воде и лег спать. Вот, сегодня чувствую себя прекрасно, но клизму еще я проделал сегодня. Вот. Еще желудок не запустился у меня на полную мощь. Вот. И поэтому будем надеяться, что завтра, что уже, в общем-то, с клизмой будет покончено, потому что она меня достала за это время уже так ежедневно, можете представить себе. И что еще вот я подумал, вот сегодня подумал о том, что ведь я закончил, планировал 40-суточное голодание, но закончил на 30-суточном голодании. Причем, ну, в самом деле, я неожиданно, потому что у меня 2 числа должен состояться суд. Томское заявление я подавал, по которому. И я планировал, чтобы восстановиться и прийти туда в норме. И вот сейчас я, смотрите, вот прошло, в принципе, 3 дня. Третий день пошел после восстановления, после окончания голодания. Вот, вначале была слабость и так далее. Вот, но сейчас на третьи сутки, в принципе, я чувствую себя нормальным, транспортабельным. То, что мозг мой работал на то, чтобы приостановить пораньше вот этот процесс, это я сейчас вот только сообразил, уже думаю, что все-таки сила воли была и хотелось мне до 40 суток додержаться, так вот, но причина нашлась уважительно. Тем более, что у меня срок заканчивался 29 марта, 40 суток. Вот, то есть 29, 30, 31, 1, ну, 3 дня на 4 день я, в принципе, в суд должен был идти. Ну, хотя это, правда, рискованно было бы так. Но можно ведь было закончить не на 30 сутках, а, допустим, 36-37 суток проголодать и на пару дней раньше, там, 2-3 дня раньше закончить.
40-дневного. Нет, вот почему-то на 30. У меня мысль тогда не пришла о том, что можно ведь вот так сделать, еще неделю поголодать, а потом не 10 дней, допустим, а неделю еще. Вот, как видите, мозг работает на то, чтобы приостановить процесс этот, то есть насилие над организмом. Что еще? Вчера я ездил на рынок центральный, значит, закупил свежие овощи, там закупил орехов, орехи, потом грецкие орехи, орехи лущеные, расчищенные, потом нута закупил килограмма, буду проращивать его. Потом ржи чисто закупил для проращивания, тоже буду проращивать и прокручивать на электромясорубке. Вот нут, рожь. Далее купил там морковку, капусту свежую, потом киви, килограмма полтора взял. Вот, бананы купил. Ну, все то, что необходимо для восстановления. Ну и перец. Вот желтый перец еще, вот, потому что он рекомендуется по сравнению с красным, зеленым, вот желтый наиболее богат, там, у него содержание витаминов тех, которые требуются организму. Вот, купил где-то, ну, тысячи на полторы, наверное, там. Плюс еще тыквенные семечки купил, плюс арахис купил. Это все я буду измельчать и добавлять в пищу. Лимон купил, вот. Вот кратко то, что я хотел рассказать на сегодня. Господи. Вес, мои друзья, сегодня уже 70 килограмм, то есть по сравнению с вчерашним было, вчера было 69,950, сегодня 70, то есть где-то 50 грамм у меня получилось прибавление. Но сейчас так, в принципе, и будет понемножку прибавление идти. То есть я буду должен восстановить, потому что потеря веса, в общем-то, около 15 килограмм произошла вот за все это время. Вот, и постепенно я буду восстанавливать свою мышечную ткань, вот, тем более купил я инжир еще, вот мне сказал, дополнительно сушеный инжир. Тоже его буду вместе с орехами кушать. Вот космонавты его используют для восстановления мышечной ткани. Вот. Вот то, что кратко я хотел вам рассказать на сегодня. Ну, пульс мой замерила 65 ударов. Сегодня больше, значит, сердце начинает беспокойно что-то бить. И талия также 90 сантиметров осталось. Все, друзья, до завтра, до встречи, удачи!